давние, очень давние времена жил царь по имени Сулайман, прослывший кудесником. Однажды он узнал, что у соседского царя Эргеша есть дочь, красота которой ни с чем не сравнима. Задумал Сулайман посвататься к ней. Но родители не согласились выдать свою юную дочь за старого Сулаймана. И вот тогда Сулайман собрал большое войско и пошел на царя Эргеша войной. Долго продолжалась кровопролитная война. Много жизней унесла она, но оба правителя из упрямства продолжали враждовать. И тогда простые люди, подданные царя Сулаймана и царя Эргеша, решили уговорить красавицу Айнек выйти замуж за Сулаймана и тем самым прекратить войну. «Передайте Сулайману, — сказала красавица, — если он действительно владеет даром кудесника, то пусть пришлет мне такую птицу, по крику которой Сулайман сможет найти меня, когда я убегу из родительского дома. Иначе я не выйду за него». Когда Сулайману сообщили об этом требовании красавицы Айнек, он приказал немедля поймать какую-нибудь птицу. Пойманная птица оказалась кукушкой. Выслушав Сулаймана, кукушка, к всеобщему удивлению, заговорила человеческим голосом. «Я готова служить тебе, Сулайман, но тогда я не смогу ни вить себе гнездо, ни высиживать своих птенцов». Выслушал Сулайман птицу и изрек: «Отныне кукушка будет класть свои яйца в гнезда других птиц, и эти же птицы будут выводить и кормить ее птенцов. Отныне кукушка будет знать только одну заботу – куковать». После этого Сулайман посадил кукушку в золотую клетку и приказал отправить ее царевне Айнек. А война двух царств все продолжалась. Простые люди, подданные царя Сулаймана и царя Эргеша, снова начали просить царевну, чтобы она поскорее убежала из родительского дома и вышла замуж за Сулаймана. И вот царевна ответила им, что время для побега наступило. И в одно прекрасное утро она исчезла из родительского дома, прихватив с собой клетку с кукушкой. Много ли, мало ли прошла царевна. Только скоро она почувствовала усталость от непривычной ходьбы. Тогда она открыла клетку и выпустила птицу. Тотчас кукушка полетела в лес и там закуковала. «Ку-ку, ку-ку, ку-ку». Услышали караульные кукования и доложили Сулайману. Получив это известие, Сулайман собрал своих визирей, знатных вельмож, и отправился искать невесту. А в это время кукушка, не переставая, громко звала: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку». Нашел Сулайман свою невесту, привел во дворец и немедленно отпраздновал свадьбу, объявив при этом, что война окончена. Когда обо всем этом узнал царь Эргеш, ему ничего не оставалось делать, как тоже прекратить войну. А про кукушку все забыли. И с тех пор кукует кукушка, не переставая, во всякое время дня. Так и не вьет она гнезда, а яйца подбрасывает чужие гнезда, и другие птицы высиживают ее яйца.